Служба наркоконтроля республики отметила 13 лет со дня своего создания. В торжественном собрании по этому поводу участвовала и глава Чувашии. Борьба с наркотиками – задача государственная. В этой необъявленной войне гибнут люди, причем, как правило, молодые. За 13 лет существования службы ситуация в этой сфере изменилась в лучшую сторону. И об этом говорили сегодня на собрании. Привлечены к административной ответственности более 5000. Выявлены и раскрыты почти 5000 наркопреступлений. Из них более 620 совершенных в групповых формах. За 13 лет управлением изъятых из незаконного оборота более 420 килограмм подконтрольных веществ, в том числе более 11 килограмм героина, 23 килограмм различной синтетики. Чем изворотливее продавцы и потребители, тем жестче работают наркополицейские. Любой сигнал проверяется. Благодаря комплексной работе ликвидировано 9 наркопритонов. Закрываются каналы поставки в республику синтетических производных. Слаженно работает система комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых людей. Снизилась первичная заболеваемость. Общий уровень наркотизации в Чувашии более чем в 1,5 раза ниже, чем в ПФО. Добиться таких результатов непросто, сказал, поздравляя сотрудников наркоконтроля, глава Чувашии. Конечно, вы избрали профессию по жизни, это служение Отечеству, это на самом деле очень важно, и патриотизм, и любовь к земле, и любовь к родине, и ряд других качеств, которые присущи вам. Хочу вас поблагодарить за конструктивное и эффективное взаимодействие со всеми правоохранительными органами, с органами прокуратуры, с общественными институтами, с общественными организаторами, лидерами общественного мнения, потому что это дает на самом деле синергетический эффект. За вклад в обеспечение законности и правопорядка лучшим сотрудникам наркоконтроля были вручены заслуженные награды. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.